Приветствую, друзья! В последнее время люди все чаще приобретают различные дополнительные гаджеты к своим смартфонам. Они значительно расширяют функционал, а также открывают дополнительные возможности. Одним из таких устройств являются умные часы, которые сочетают в себе различные полезные функции. Перед нами смарт-часы от производителя Hyper. Модель называется IoT Watch GTR Black. Поставляются данные часы вот в такой красочной упаковке. Основные характеристики, а также возможности у нас указаны на обороте. Подключение у нас со смартфоном производится посредством Bluetooth версии 5.1. Экран составляет 1,32 дюйма с разрешением 360 на 360 точек. Число пикселей на дюйм 385. Аккумулятор в данных часах установлен литий-полимерный 240 мАч. Время ожидания составляет до 12 дней. Смарт-часы имеют 8 предустановленных фитнес-режимов и дают всестороннюю оценку по следующим показателям. Это уровень кислорода в крови, частота сердечного ритма, количество пульсовых ударов, длительность и качество сна, количество потраченных калорий, а также пройденное расстояние. К тому же данные смарт-часы могут показывать погоду, можно управлять через них музыкой на смартфоне, они отображают уведомления, также сообщения и возможно совершение звонков. Но отличительной чертой данных смарт-часов от других моделей, это, конечно же, приложение Hyper Умный Дом. Посредством данного приложения можно управлять умными устройствами непосредственно самих часов. Давайте мы посмотрим более подробно, что находится внутри. Внутри коробки располагаются сами смарт-часы. Поставляются они с черным ремешком. На ремешке у нас указано, что ширина составляет 20 мм. Отложим. В комплектации идет также небольшая инструкция, гарантийный талон, а также гарантийное обязательство. У нас указан QR-код, перейдя по которому вы сможете скачать фирменное приложение для управления системой «Умный дом», а также данными часами. Далее в комплектации у нас идет дополнительный красный силиконовый ремешок. Очень удобно, что производитель предусмотрел различные цветовые гаммы, то есть можно подобрать под ваш гардероб либо под настроение нужный ремешок. Это очень здорово. И, конечно же, идет у нас магнитная зарядка для данных часов. Давайте более подробно разберем сами часы. Управление смарт-часами производится непосредственно через касание, а также через боковую клавишу. Данная клавиша не имеет регулировки, скажем так, ее нельзя задействовать для прокрутки, ее можно только для разблокировки. Основное меню у нас выглядит вот таким вот образом. К сожалению, было бы очень удобно, чтобы выбор данного меню был задействован через данную клавишу, но в данных часах данной прокруточки нет. Здесь у нас основные моменты указаны. Далее здесь есть возможность выбрать циферблат, который вам больше нравится. Ну, установлен стандартный. В самом приложении есть различные виды данных циферблатов. Здесь у нас указано только несколько штук. Вот такие вот. Можно выбрать, какой вам больше нравится. Ну, собственно, в самом приложении вы скачиваете. Там более широкий выбор. Далее, здесь у нас идут быстрые настройки, непосредственно включение Bluetooth, основные настройки и настройки яркости. Даже в яркую солнечную погоду яркости в данных смарт-часах вполне хватает. Далее идут настройки сна и блокировка, то есть можно вот таким вот образом сделать. Далее идут основные параметры, это сколько вы шагов прошли, сколько калорий сожгли и, собственно, какое само расстояние было пройдено. Здесь можно замерить пульс, настройки сна, отображение погоды. Можно удаленно переключать треки на своем телефоне, делать громкость больше-меньше, следующий предыдущий трек, воспроизведение, пауза. Также можно разделить экран пополам. Здесь можно задействовать набор номера, то есть не прикасаясь к мобильному телефону, можно прямо отсюда набрать номер и позвонить. Это очень удобно. Сопряжение с часами производится посредством фирменного приложения от Hyper, называется оно Hyper IoT. Скачать его можно через QR-код, который у нас расположен на инструкции, либо скачать в Play Market. Зайдя в данное приложение, мы сразу видим ранее сопряженные устройства. Ну, в данном случае это смарт-часы. Также здесь доступны различные устройства от производителя Hyper. Они разделены по категориям, и для каждого из них можно создать свой сценарий выполнения.
Приложение показывает довольно-таки стандартный набор показателей, среди которых это пульс, количество калорий, которые сожгли, количество пройденных шагов, а также аналитика сна. Можно посмотреть по неделям, по месяцам, то есть статистика есть, можно проанализировать и сделать определенные выводы. Также у нас имеются различные режимы: бег на улице, прогулки на улице, велотранспорт, отображение. Здесь у нас идет фитнес-запись, он показывает, по сути, динамику всех показателей и непосредственно сами настройки приложения. Данные часы красиво смотрятся на руке благодаря эргономичному дизайну. Эти часы подойдут как для спорта, так и для повседневного использования. Они обладают широким функционалом, измерением показателей здоровья, получение уведомлений со смартфона и даже возможность совершать звонки, а также использовать в системе «Умный дом». Данные часы лично мне понравились, могу рекомендовать к покупке. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.